Сегодня в магазин. Это мы сегодня пятый день на море или четвертый? Четвертый. Четвертый? Мне кажется, что пятый. Мне тоже кажется, да? Пятый. Дали кока-колу, сок, идем на море. Мама, у поездки. А так оделись? Да. Хорошо. Сегодня море очень шумное с утра. Говорят, еще и холодное стало. Сейчас разденемся, попробуем поплавать. Сейчас подкрепитесь хорошенько и пойдем плавать. Угу. Аленушка, вкусно? Попробуй. Можно попробовать? Не правда очень вкусно? Тетя Света тоже хочет попробовать, наверное. Лёва первый пошел купаться. Ну как море, теплое? Да. О, папа уже накупался. Лёва следующий. Среди салата много. Ага, хорошо. Может быть, ты в море зайдешь? А? Я говорю, салатик сегодня очень. Да. Аж до груди заходишь, может, салат. И все салат там, да. Ну и все. Маска омолаживающая. Папа, а? Папа, плыли на косу. Правильно, поплыли. На косу надо, надо плыть. Очки взять. Очки. Да, иди очки бери и поплыли. Зонтик вам поставить? Вода чудесная, да? Да, поставь нам зонтик, пожалуйста. Папа, поплыли. Папа, зонтик нам поставит. Зонтик поставлю и плывем. Да. Чтобы мы не зажарились на пляже. И поплывем все. Хочешь пока соленую палочку покушать? Нет. Одну? Нет. Положила. Нет. Хорошо, вот здесь положу. Аленушка, ты тетя Света угощала палочку соленую? Ой, нет. Ну, надо угостить. Ты же добрая и щедрая. Вот, угощайся, тетя Света. Хочешь кукурузку? Нет. На косу хочешь только плыть? Да. Скоро, скоро. Папа, тебе помочь? Нет. Море круг забирает. Да. Папа! Да. Ты меня на руку. Хорошо. Папа! Можно тебя бросить? Нет! Ну все, идите, идите. Все. Плывите на косу. Осторожно, мальчик сзади. Пока! Я играю на барабане. Алена, ты в море уже купалась? Нет. А вон твой Лёва назад плывет. На косу плавал. Иди встречай брата. Теперь хорошо? Иди встречай братика, с косы плывет. Наверное, рачка тебе везет. Замерз? Да. Ну как, рачки есть там сегодня? Конечно, поймал я. Где? Папа, покажи, кого я поймал. А я сама тебе спел, ты что забыл? Ну ничего страшного, еще раз сплаваете. Ты что за... Ну почему зря? Ты накупался, рачков посмотрел, поиграл с ними. И назад их выпустил. Им плохо на пляже, пусть там на косе остаются. Yeah.
Осторожно, носик не помни. А попробуй в речку упасть. В речку. Нет, только лопатки. Насос и лопатки. Только лопатки, да. Лёва у бассейна чем-то занимается. Убежала. Ты где была? Да, играла. Ну, а где ты был? Давай, что ты там играл? Он играл во что-то. Поплыли. Смешно. Папа, поплыли на косу? Вы видите, я пока не пойду, пока тоже не боялся. Ты что, пил-пил? Да. Вон, смотри, дочь моя бегает, купается. Бери папу, плыви на косу, не ходи грустный. Что? Плыви на косу с папой. Ага, одевай круг. Одевай. Алена, ты поплывешь с нами на косу? Да нет, я сама поплаваю. А, ну хорошо, поплавай сама.
Все покупалось? Папа, иди, а то Аленушке скучно одной. Она так и сказала. Мама, хорош халтурить. Встала и побежала. Купаться. А мама, тогда иди одна, да? Алена плавала? Да. Понравилось плавать? Нет. Рассыпала палочки. Ну, птички поедят. Вы хотите фотографию? Ну, да. Хорошо. Иди поищи Леву, скажи, обедать пойдем. Вон Лева играет с мальчиком. А? Пойдем обедать домой. Обедать домой. Борщик кушать. Поди Леве скажи, чтобы он тоже собирал игрушки. Нет. Еще хочешь побыть на море? Ну пойди тогда его потрогай. А я пока вещи соберу. Иди потрогай море. Максим, сегодня ребенок не хочет идти домой. Нет, пока не идет. Тут нас подождешь. Домой. Домой.